Мне кажется, что да, государственный переворот, по-моему, это очевидно. То некоторые называют это революцией, но вообще не очень понятно. В результате революции приходят новые классы, новые люди. Здесь в результате этих событий пришла просто одна из группировок, которая давным-давно находится в украинской политике, поэтому, так сказать... Конечно, на мой взгляд, это просто государственный переворот. То есть это все равно, что если бы... Ну, государственный переворот — это когда Екатерина Великая в результате мятежа гвардейцев пришла к власти в России в 18 веке. Это государственный переворот. Отстранили... Кого она там отстранила? Этого своего мужа, да? Ну, и, то есть, власть все равно осталась в кругу того класса, которому принадлежала. А революция — это нечто другое. Революция, когда вот в результате французской революции к власти пришли Дантон, Робеспьер, то есть совсем новые люди. Но на Украине этого нет. Поэтому, на мой взгляд, это просто банальный государственный переворот.